Вот уже 2,5 часа, как у нас воздушная тревога. Причем тревога по всей Украине. Сегодня бомбят Киев. Есть пострадавшие. Пробомбили Харьков. Я только что разговаривала с сыном. Были его слова такие: «Мама, у нас началось». По всему Харькову и области нет света. Бьют, конечно же, по инфраструктуре. Пробомбили Днепр, пробомбили Запорожье. Бедное Запорожье, уже какой день подряд бомбят, и причем бомбят по мирным жителям, когда люди спят. Это не военные объекты, это обыкновенные жилые дома, где живут люди. И вот их бомбят, их убивают, их разрушают. Дома просто целыми подъездами обрушение идет. Смотреть на это, конечно, невозможно. И хочу вам сказать, как же больно на все это смотреть. Но вы понимаете, что вы все больше и больше от нас отдаляетесь, и мы больше и больше вас будем ненавидеть за это, за эти все потери, которые мы понесли, за эти жертвы, за этих людей, которые вы убили. Ни за что, ни за что убили людей. Это ужасно, это просто ужасно. Сейчас вот до сих пор у нас уже без 20:11. До сих пор воздушная тревога, и летят, по-моему, с Астрахани написали, летят ракеты или камикадзе вот эти. В общем, короче говоря, бомбят всю, Львов пробомбили, бомбят полностью всю Украину. Когда же этот Путлер уже успокоится? Что ему нужно от нашей страны? Ему мало своих земель, ему нужно здесь все уничтожить. Запорожье так просто с лица земли стирают. А знаете, я заметила еще вчера, возле нашего дома прямо места не было совершенно. В два ряда становились машины, друг друга загораживали. Очень много появилось машин. Я посмотрела номера. Приезжие. Очень много людей сейчас уезжает. Вот особенно вот из Запорожья уезжают. Там и Николаев тоже бомбят. И люди уезжают. Наверное, просто уже у людей не хватает сил и нерва все это выдерживать. Поэтому такая у нас сегодня утро. Солнечное, но очень печальное, очень недоброе. Как говорится, утро началось не с чашки кофе. Совершенно не с чашки кофе. Поэтому следим за тем, что происходит дальше. Набрали воду в ванную, потому что если не будет у нас здесь света, то, естественно, насосы не будут работать, не будет воды. Ну, такая, в общем, обстановка уже ужаснейшая. Хотела вам показать немножко видео и фотографии. Ну, обычно у меня всегда YouTube не разрешает мне это, все это банит, все это потом нужно перемонтировать, все это нужно потом переделывать. Ну, попробую что-то, может быть, сейчас поставлю. А если ничего не получится, значит, будет как есть. Так что, дорогие мои друзья, мы держимся. Все равно ничего на ход войны не изменится. Все равно мы будем отстаивать свою землю, как бы нас ни запугивали. Вы знаете, мы уже, наверное, настолько к этому всему, ну, привыкнуть невозможно, ну настолько уже мы окаменели от всего этого. У нас уже, знаете, как мы уже ничего не боимся, нам уже ничего не страшно. Естественно, ну, переживаем, но уже настолько это нас закаляет, вот это все. Уже сколько, 7 месяцев мы живем в таком ужасе, в таком страхе, в таком... Ну, я не знаю, в это время и вот такое устроить, в такую вот никому не нужную войну, погибает столько людей, просто кошмар, сколько людей погибает, сколько деток погибает. Все это рушится, люди в одночасье лишаются всего, и жизни, и домов, и все, что было в доме, просто остаются на улице, люди остаются на улице. Это ужасно, вам...
Не дай бог кому-то такое пережить, что переживает сейчас украинский народ. Не дай бог, конечно. Я никому не желаю такого ужаса, который переживаем мы. Дорогие мои, все будет Украина. Мы переможемо.